Всем привет, с вами Кас. На этом видео у нас вторая часть видео по удалению неудаляемых вирусов. Значит, есть первая часть, посмотрите, вот здесь будет ссылка, как удалить неудаляемые вирусы. И на данном телефоне этот метод уже не работает. То есть, как бы вирус модифицировался, получил модификацию, и, соответственно, она теперь не удаляется старым методом. Поэтому будем сейчас удалять данный вирус новым методом. В общем, сейчас я их покажу вам. Вот. Один из вирусов я старым методом удалил. Это Android Backdoor 424 Origin. И Android Triada 49, также Android Triada 42. Эти два вируса не удаляются. Я вам покажу, как они себя ведут при удалении. Вот. Пишет, не удалось удалить объект. И второй. Приложение SystemBin не было удалено. Для удаления приложения необходимо предоставить root-доступ. То есть я использовал, как на первой части BusyBox, и эмулятор терминалов. Как бы сам терминал говорит о том, что вирус удален, но когда сюда захожу, вирус остается, то есть он генерируется. Значит, что-то его снова генерирует. Так, для удаления вот этих же вирусов нам понадобится вот что. Нам понадобится, значит, root на телефоне обязательно, обязательным образом. Также нам понадобится установить, вот посмотрите, BusyBox. Вот. И терминал, эмулятор терминала. Данные файлы будут в описании. Пожалуйста, кому нужно, скачивайте. Также установить Dr. Web, желательно Pro, Space Security. То есть полную версию. Далее мы запустим терминал. И здесь для того, чтобы вам было удобнее, в значит, смотрите, после установки BusyBox запустите ее. И здесь есть кнопка Install. Может, я неправильно прочитаю, но нажмите на нее, подождите, вот так вот процесс пройдет, остановится, все, значит, BusyBox установлен. Вот, дальше запускаем терминал. И для того, чтобы было удобнее смотреть размер шрифта, потому что бывает здесь очень мелко, вот на эти три кнопки нажимаем, здесь есть настройки, есть размер шрифта. Выбираем там, вот на 14 пунктов я поставил, это нормально. У вас может экран поменьше, можете побольше, и там сами регулируйте. В общем, вот так, здесь я уже, сейчас я вам покажу, какие команды нужно будет набрать. На ваших экранах у нас 7 команд, которые мы будем использовать для удаления вируса. Значит, это все будет использоваться в терминале. Su, запрос рута, потом выйдет подсказка, когда, если вы не запрашивали рут, разрешите обязательно. Mount Remount, ремонтирование системы для того, чтобы потом позволить удалить вирус. PS и PS Grab, значит, это у нас идет отображение списка процессов. Закачивал всякие диспетчеры задач, что-то не все процессы выводит, поэтому с помощью PS мы все процессы увидим. Соответственно, мы найдем тот процесс, который блокирует нам удаление вируса, и удалим. Kill 9. Kill-9 означает, мы передаем этой команде удалить процесс, который по PSGrep будет. Это я вам в будущем объясню. Chatter, я, флаги, значит, используя chatter, мы снимать будем флаг против удаления неизменяемых, значит, флаг там есть у вируса. Мы этот флаг убираем с помощью chatter, я. И RM сама функция удаляет. В общем, все. Первый вирус, он у нас называется Android Triada 42, находится по пути SystemBin Config OPB. Вот, собрав немного информацию о нем, она просто так не удаляется, даже если удаляется, то она генерируется. Значит, собрал я такую информацию, почему же она не удаляется. Я удалял при помощи терминала, получается, данный файл генерируется, данный вирус. При удалении она снова появляется. Без толку ее удалять бесконечно. Чтобы ее удалить полностью, нужно убрать генератор и потом только убрать данный файл. Значит, кто же генерирует?
именно вот systembin.config.opb живет в файле sbin e2fsck нижний пробел guard. Такой файл я видел через файл менеджер, и живет он процессом e2fsck guard. То есть прежде чем удалить данный файл, то есть, например, если нам нужно удалить этот файл, чтобы он больше не генерировался, нам нужно удалить этот файл. Чтобы удалить этот файл, нужно убить этот процесс. Так, я сейчас нахожусь в папке System. Теперь я перехожу в папку sbin. Вот. У нас получается папка sbin. И вот, наверное, вы видите e2fsck guard. Вот ее сейчас я и попробую удалить. Удаляем. И я этот файл удалил. Итак, после, опять же, получасового мучения я все-таки удалил тот вирус. Назывался он у нас config.opb. А удалил как? Используя эти же методы, но нужно было убить процесс, называется как раз таки E2FSCK Guard. Guard, да, вот так вот называется. Это у меня буква D, я чуть-чуть здесь я неправильно написал. Вот. То есть мы удаляли с помощью файл менеджера данный файл, но процесс остался рабочим. Вот. И чтобы данный процесс убить, нужно будет в терминале набрать su ps, значит, ровный слэш, получается, ровный слэш grep e2fck, то есть файл сам, то есть процесс так называется. И потом, после того, как мы наберем, сейчас я вам покажу, как у меня все это получилось. Вот терминал. Вот посмотрите. Сейчас, момент, фокус, вот. Я набрал su, потом набрал ps grep 2fsck guard. У меня вышло вот такое вот длинное сообщение до root вот этих. Значит, вот там было написано, что первое число это есть ID самого процессора, номер процесса. 444 я его набрал. То есть нужно было дальше набрать kill. Kill черточка, пробел черточка 9 и ID процесса. Как раз таки у нас получается первый процесс получается с идентификатором 444. Я написал вот kill черточка 9444, и у меня вышло вот так. Значит, дальше я просто-напросто перешел на антивирус, задвинул шторку, перешел сюда и нажал на удалить. Поэтому он сразу удалился. То есть тот процесс его блокировал. Соответственно, теперь я давайте и этот попробуем также. Получается, здесь тоже есть тот же самый процесс. Нам нужно будет найти, я найду, поэтому продолжим. Итак, уважаемые, приступаем к последнему удалению вируса. Принцип такой же, как и на первый. Значит, последний вирус у нас называется systembin.config.dosk, так называется. Здесь, как и в первом, мы должны были бы найти, где находится. Вот, находится он на первом, по первому пути. Второй, как бы, получается его задача, то есть его процесс. И третий, то есть наоборот, файл, который запускает, и процесс. Исходя из этого, у меня есть данный файл только. Ни процесс, ни файл, который запускается, я не знаю, где он. Скорее всего, этот config.dosk запускает именно тот же процесс, который был до этого. А точнее, сейчас я вам покажу. Точнее, если сказать, то именно данный процесс. Называется он e2fsck guard, нижний пробел guard. Скорее всего, он и продолжает блокировать сейчас его, потому что я его в списке процессов только что тоже заметил. Исходя из этого, чтобы сейчас удалить данный вирус, мы должны пройти в терминал. Вообще, вы сейчас зададитесь вопросом, а как же нам узнать, например, данный вирус, по какому процессу, по какому ID находится?
вы можете сделать вот так вот. PS напишите в терминал, то есть до этого su, чтобы у вас получилось root права. Потом пишите PS и Enter. Все, вот. Целый список. Тут получается 32 017 процессов. Вы можете быстренько пролистать, минуты 2-3 тут пролистать и найти именно тот вирус, по пути которого вам укажет антивирусник. То есть, если антивирус не указывает на System Bin CoFSDOSK, значит, вы должны будете найти там и путь указывается, и PID, то есть ID. И потом уже написать, допустим, kill черточка 9 и тот ID, чтобы убить этот процесс. Убив этот процесс, вы сможете удалить этот вирус. Такой вот порядок идет. Сейчас же я опять же наберу, смотрите, в виде поиска, то есть я набираю PS, то есть поиск, ставлю вот такой вот ровный слэш, потом пишу grep, вот, grep означает подобное, слово E2FSCK, вот, посмотрите, вывело. Находится по 464 ID. Значит, процесс 464. Сейчас я его и убью, так скажем. Kill. Черточка 9. 4, 6, 4. Enter. Все. Теперь я перейду на антивирусник и попробую его удалить. Как видим, удалился вирус. Вот, в общем, такой порядок идет вторая часть удаления. В общем, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся. Всем пока.